Билайн! Слушай меня внимательно! Я говорю вежливо и подбираю слова. Вчера в Питере на Roof Place ты насрал на все правила! И наш концерт отменяют! Я тебе вежливо говорю, что это неуважение к коллегам и к публике, в частности к нашей! Уважаемая публика, следите, пожалуйста, за нашими постами и за моим эфиром сейчас в Авторадио. Мы будем пытаться перенести концерт либо сегодня в другое место, либо на другую дату. Билан! Это не очень было культурно! Слышь меня! Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием «Билан». Я заметил ваши вопли только вчера, но даже не собирался отвечать. Поскольку человек я не конфликтный и на такую неадекватную агонию обращать внимание не вижу никакого смысла. Да и люди не дураки. Куда ни глянул, люди на моей стороне и понимают, что отмена вашего концерта не лежит на моих плечах. Не лежит. Уважаемая команда «Билана», я что-то не понял. Позавчера с вашим директором мы утвердили формулировку, что конфликт углубляться не будет. О чем в тот же вечер я сделал пост. Прошло уже 2 дня, а вы все не унимаетесь. Я не понимаю, кто на ком хочет хайпануть. К тому же продюсер Яна Рудковская выражает сожаление, что я не выражаю свою точку зрения посредством музыки. Нет, это не так. Песня. Уже готова, но мы ее не публикуем по той же самой причине наших договоренностей. Ребят, определитесь.